Эта тварь была похожа на ту, с которой дрался Зератул. Что за чертовщина? Менгск. Опять Менгск. Кто же еще мог допрыгаться до конца света, кроме этого ублюдка? Но как он скрестил зергов и протосов? Для этого нужны технологии, которые тиранам и не снились. Он не мог работать над этим в одиночку. Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я Деска, и мы продолжаем веселиться в Старкрафте. У меня до сих пор волосы дыбом. Что ты там нашел, друг? Такое и в кошмарном сне не приснится. Гибрид зерга и протоса. Видимо, он мощный псионик, раз ты даже отсюда услышал его крик. Он обжигал, ослеплял. Как солнце, опаляющее кожу. Ты видишь его даже с закрытыми глазами. В первый раз такое чувствовал. И, надеюсь, в последний. Да нет, друг, не в последний. Даже не рассказывай мне, что ты там нашел. Не видишь, я кушаю. Ну и ладно. С вами Кейт Локвилл на канале UNN. Донни Вермиллион все еще находится в отпуске по состоянию здоровья. Поправляйтесь скорее, Донни. Далее в программе. 10 стадий коррумпированности правительства Доминиона. Как далеко зашел процесс? Но сегодня мне бы хотелось вернуться к теме Тарсониса, а точнее к дню его гибели. В тот день волна зергов пронеслась по планете, оставляя за собой опустошенные города и тысячи мертвых тел. Давайте послушаем эту запись еще раз. Я буду править этим сектором. Постойте, подождите! Сюда нельзя входить! Выпуск новостей отменен. По приказу службы безопасности Доминиона. Наконец-то мы тебя прижали, Арктур. Теперь твоя очередь узнать, каково это, когда все СМИ поливают тебя грязью. Ну да, неплохо было бы. Ладно, в арсенал. Че у нас там в арсенале? Да, собственно, и нету вроде ничего особо. Ладно, давайте. Что ты там намутил в лаборатории, ковбой? Менгск решил поиграть в бога, на этот раз по-настоящему. Его ученые создали этого монстра и еще кучу подобных. Кто знает, сколько у него таких лабораторий. Вот мало ему было зергов. Своих решил разводить. Это да. Так. В принципе, у нас денежек-то не особо мало, не особо много. Да и вроде ничего такого не нужно. Неужто потратиться наконец-то на что-то действительно полезное? Даже не знаю. Не знаю. Ну ладно, не знай. Теперь у нас реально много чего есть. Давайте посмотрим. Ты знаешь, к кому обратиться. Друже, знаю. Так. Кто из всех этих ребят мне действительно нужен? Ладно, задание. Так, Курону. Это мастера осады. Я вот думаю, ангела Фаида взять, наверное, и, наверное, вот как-то так. И даже, наверное, вот так вот. На остальных пока не будем тратиться. Остальные мне пока не нужны. На мостик. Не знаю, что за разработки велись в той лаборатории. Но Менгск явно пытается откусить больше, чем может проглотить. Для меня честь служить под вашим началом. Выйти, что ли, на улицу, прогуляться? А, черт. Что же я хотел сделать? Да нет, давай мы с тобой все-таки сядем спокойненько, поиграем. Тем более выходной выдался. Да и записи давно не делали.
Эх, ладно. Квадрант Сигма. Командир, наши друзья из фонда Мёбиуса нашли последний фрагмент артефакта. Получив его, мы сможем отправиться на Чар и вступить в последний бой с Керриган. Удачи, мистер Рейнер. Я чувствую, она вам понадобится. Это да, есть такая вероятность. Мои друзья из фонда Мёбиус отследили местонахождение последней части артефакта. Она находится на древнем заброшенном корабле в квадранте Сигма. Далековато от Торных путей, сынок. Артефакт находится тут. На корабле установлено несколько генераторов агрессивного поля, способного расщепить любую материю в считанные секунды. К счастью, наши новые крейсеры класса Минотавр смогут достаточно долго продержаться в поле, чтобы уничтожить генераторы. Что еще нам нужно знать? Сканирование местности выявило присутствие на корабле значительных сил Талдаримов. Это нам не по зубам, Джимми. Гравитонные поля! Я на самоубийство не подписывался. Давай заберем кредиты и сделаем ноги. Что, Тайкус, штанишки подмочил? Я из-за тебя 9 лет мотал срок. И не собираюсь положить остаток жизни на спасение твоей принцесски. Не забывай, что за тобой должок, партнер. Не такой, чтобы сейчас все бросить. Свободен. Можешь пересидеть этот бой в тихом уголке, партнер. Вот и славненько. Ты знаешь, где меня искать. Адъютант, приготовь корабль к прыжку. Пора покончить с этим. Внимание. Обнаружено аномальное изменение гравитации. Вот первое из гравитонных полей, о которых говорил Валериан. Крейсеры смогут продержаться в поле достаточно долго, чтобы уничтожить генератор. Но им нужно будет обстреливать его одновременно. Ясно. Ну что ж, попробуем войти. Как угодно. За дело! Ну? А теперь огонь обстреливаем. Огонь из всех орудий! Бум-бум-бум. Начать бомбометание. Понимать или немного, и нормуль. Будет сделано. Что скажете, сэр? Попробуем быстро стащить артефакт. Чтобы пробиться через защитное поле, нам потребуется больше, чем пара крейсеров. Не торопитесь, командир. Рассчитайте все как следует. Спешка нам ни к чему. Это да. Так, ладно. Спешка нам действительно ни к чему. Было бы здорово найти здесь обычные месторождения ресурсов, но за сотни лет столкновений с астероидами осколки минералов и кристаллизовавшегося виспена разбросало по всему кораблю. Хорошо, проведем разведку и соберем все, что найдем. ТСМ готов. Так, у меня там кто-то из довольно быстрых. Окей, есть, да. 400, правда, стоит, дороговато, но что поделать. Так, нам нужно будет 2 научных судна. Пристройка, недостаточная виспена. И куча крейсеров. Ну, крейсеры мы сможем строить только тогда, когда у нас будет нормальная добыча газа. Но для этого нам нужно переместиться вот сюда. Пристройка вот завершена. Проблема. Что ладно, пока происходит? Газ будем добывать ТСМ стандартными готов способами. Что такое? Ладно. Покинуть корабль. Так. Чего пугать? Так. Ну да. Впереди великие открытия. Великие открытия. О, стой. Есть, сэр. Выкладывай. Вызывали? Ну?
Впереди великие открытия. Давай, иди вон, добывай. Есть. Еду. Так. На связи. Недостаточно Веспена. Ну, я думаю, для начала пойдет. Мы смогли более-менее нормально что-то собрать. Это хорошо. Хорошо. Так, и нам нужно будет уже скоро перелетать куда-нибудь. Здравствуйте, командир. В принципе, сейчас вот эти два крейсера я получу и, наверное, выдвинусь на следующую базу. Вот здесь вот я уже, наверное, обоснуюсь, потому что здесь довольно много всего. Вот. Неужто? Ну, надо, честно говоря, не забывать о том, что покинуть корабль. На меня тут периодически будут наступать. Ну? Пытаться меня срезать. Есть, что происходит? Что мне нафиг не сдалось, как говорится. По-хорошему. Так, мне нужно будет... А, центр синтеза, окей. Нет, смотрите. Давайте мы с вами построим арсенал. Будет сделано. И в арсенале, по-моему, я смогу раскачать кое-что. Так, давайте, ребята, будете строить быстрее все вместе. Потом все разом пойдете нафиг. Так, вооружение техники замечательно, да. Все, в принципе, мне... Так, вы, наверное, стойте. Мы все-таки пойдем. Иди нафиг. Видеосвязь уст... Крейсеры, активируйте пушки Ямато. Пара выстрелов и цели нет. Будет сделано. За дело! Месторождение минералов выработано. На связи. Да, командир. Так. Да, командор. Я думаю, что три крейсера. Так или иначе. Курс проложен. Эскадрилья со мной. Смогут что-то противопоставить? Ну, блин, горят они, конечно, знатно. Очистить территорию. Так. Возвращаемся. Энтару Тасадар, друг мой Рейнор. Талдари мы заключили под стражу всех, кто осмелился противостоять им. Освободи нас. И мы с радостью встанем на твою сторону. Окей. Вообще не проблема. Так. Давайте сейчас преддверием нашего пути. Штаб. Приказывайте. Я не особо надеюсь, нас не покосают. В принципе, можем переместиться. Видеосвязь устан. Приказывайте. Я думаю, что они что-то сделают в базе. Есть, командир. Сильно, по крайней мере. Тем более, что я могу ее починить спокойнейшим образом. Нет, так и не дроили. Так, давайте вместе чиним кораблей. Эй. Так. Дособирать бы здесь по-хорошему. Улучшение. Завершено. Месторождение минералов выработано. Так, лучше так сделать. Ладно, пока. Штаб, я вас слушаю. Пока войска перегруппирую немножечко. Так. В принципе, можно, я думаю. Хотя нужны ли мне ангелы Аиды по-хорошему? Не особо. Так, я думаю, что надо всю фигню. Здравствуйте, командир. Разрушить. Эскадрилья со мной. Перебивать бедненьких нагленьких пробочек. Понял. Лети, друг мой. В чем почему ты не летишь?
Так, а здесь мы... Ну, построим медивак. Вот медивак мы что? Правильно загрузим всю эту шаболду. Тем временем, наверное, денег у нас, в принципе, довольно много. Пусть строят вторую базу здесь. В принципе, хуже мне от этого не будет. Хуже мне от этого не будет. Приказывайте. О-о-о. Приступаю. Видеосвязь установлена. С трудовым подвигом готово. Огонь из всех орудий. Да, командор. Приказывайте. Флот вызывали. Медивак. Быстро назад. Есть работенка. Покинуть корабль. Так, тем временем отсюда. База недостаточно добычи. Есть. Штаб, я вас слушаю. Что происходит? Медивак, блин, где ты? Водишь. Стоп, стоп, стоп. Не молчи. Блин, медивак, сломались скоты. Приказывайте. Видеосвязь установлена. Недостаточно энергии. Наши КСМ атакованы. Эй! Улучшение завершено. КСМ готов. Мы сейчас по-другому сделаем, ничего страшного. Здравствуйте, так, командир. Что нам нужно здесь сделать? Это нужно поставить готово. Здесь турельки, короче. Прямо на самом крае. Для этого нам нужно инженерку построить. Есть. Блин, 250 дорого, конечно. Штаб, я вас слушаю. Уже в пути. Кого подлатать? Давайте загрузим и вот сюда. КСМ готов. Так, четверочку. Недостаточно энергии. Можем. Ребята сейчас садятся где-нибудь вот здесь вот, и мы с вами. Да, выход. Видеосвязь установлена. Приказывайте. Здравствуйте, командир. И что теперь? Покинуть корабль. Орудие к бою. Начать. Куда летим? В штаб, я вас слушаю. А? Чего пугаешь? Да, да. Точняк. Да. В пути. Ура! Сверхурочные! Угу. За дело. Так. Недостаточно виспел. Вынесли, вынесли. Так, вынесли, мы строим. Здесь нельзя строить. Улучшение завершено. Что происходит? Недостаточно виспена. Ну так-то так, денег у нас все равно до хрена. Есть, сэр. И, наверное, понял. Так. Будет сделано. И, наверное, так. Спин недостаточно, хреново. Так, а еще раз, где у нас здесь? Она вот здесь. Строим, в принципе. Поднимаем. И сажаем. Недостаточно энергии.
Ну что, Веспен, что ли, закончить? Не идти и колотить. Видеосвязь установлена. Я-то думаю, в чем проблема? Месторождение минералов выработано. Да-да-да-да-да. Пристройка завершена. Куча Веспена там над нами. Ну, в принципе, ну, мне того Веспена, который здесь есть, в принципе, хватит, я думаю. База атакована. Давайте строим. Так, на ешечку, да? Так, здесь построить. Сейчас улучшим потихонечку и будем проходить. Я думаю, что довольно нормальная оборона здесь стоит. Есть, сэр. Эй. Здравствуйте, командир. Покатились. Что не дождусь? Разве руку надо? Видно, колосик мне его даже жалко стало. Ну? Мы присоединимся к охоте на Талдарима. Парам-пам-парам-пам-парам. Ладно. Так, раз, два. Штаб. И на всякий случай поставим все-таки вот такую вот хренотень здесь. Чтобы впредь эти гады меня не обижали. Уже почти у нас в руках. Молитесь своим богам, вандалы. Сейчас вы ответите за свои грехи. С этим кораблем не так просто справиться, сэр. Судя по показаниям приборов, он может маскировать дружественные боевые единицы и на некоторое время телепортировать противников под пространство. Не торопись. Видеосвязь установлена. Успеем, не успеем или потеряем так большую точно, часть. Сэр. Чтобы, не дай бог, не терять. Здравствуйте. Приказывайте. Ишь ты, решил он как-то телепролететь. Приказывайте. Так, теперь сюда. Раз, два, три, четыре. Требуются дополнительные хранилища. Ой. Что происходит? А вот с хранилищами вообще не проблема. Недостаточно минералов. А, да? Недостаточно минералов. Ну, все-таки с хранилищами тоже проблема. Недостаточно энергии. Что стряслось? Так, короче, идите все сюда. Стоит, а, 400, ну тогда понятно, почему, в принципе, не очень хватило. Так, отсюда, энергии. Да, еще тоже можно. Плюс, вы, ребята, можете тэпаться же, по-моему, не? Штаб, я вас ладно, у нас в любом случае каталог. Где-то здесь был медевак. Дважды можно не повторять. Медевак, давай. Куда летим? Так, высадить, собери весь газ, возвращайся в медвак. Приказ поняла. Флот вызывали? Высаживаемся. Что я должен сделать? Замечательно. Скорую помощь вызывали? База атакована. Так, у нас там опять армия идет. Армия немножко больно. Армия получает люлей. В принципе, это как бы нормально. Как бы так и должно быть. Так.
Так. Раз, два. И на всякий случай еще построю. Что стряслось? Сумрак согрел. Скорую помощь вызывали? В принципе, где-то там. Ваша остановка. Месторождение минералов. Тут вообще есть на самом деле. В принципе, можем вот так вот пробежаться и... В принципе, он довольно много соберет при этом. Недостаточно энергии. Недостаточно энергии. Недостаточно респена. Так. Есть работенка. Я вот что думаю. Еду. Раз, два, три, четыре, будет пять, сделано. Шесть. Все, шкос. Какова твоя боль? Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов... Флот вызывали? Хатум. Во имя пустоты. Так. У нас там сейчас идут, но ничего страшного. Так, где там мои... Так, командир? Ребятки. Страх — это иллюзия. Нас беру Унадар. Тьма плетет свой. Страх — это иллюзия. Так, пока они в броне все замечательно, они не умирают. Видеосвязь установлена. Здравствуйте. Приказывайте. Не. А кстати, почему они? Штаб, я вас слушаю. Это видели? Приказывайте. Ну и ладно. Жду не дождусь. На связи. Флот вызывали? Так, видеосвязь установлен. Будет сделано. Приказывайте. Ну, а ты здесь откуда взялся? Как угодно. Улучшение завершено. Есть, сэр. Здравствуйте. Видеосвязь установлена. Так давайте-ка разрушим. Со мной. Это похрена тень? Командир. Приказ понял. И заодно. Покинуть корабль. Вот эту хренотень. Пленных не брать. Месторождение минералов выработано. Отлично. Курс. Так, в принципе... Более или менее. Давайте вот только разрушим. Пока... Приказывайте. Ну? За дело. Не торопись. Шикозненько, в принципе. Уже вызывали? Видеосвязь установлена. Не смейте моего чувака отрывать. Начать бомбометание. Эскадрилья со мной. База атакована. Планомерненько, так не спеша. Что там? Нагнули их немножко, да? Наконец-то! Какая жалость. За дело! Здравствуйте, командир. Что происходит? Так, здесь все израсходовано, ну значит просто надо клепать. Минералов. Сколько могу. Улучшение завершено. В принципе, вариантов-то больше особо и нет. А, и надо. Что?
Стаб, я вас слушаю. Сеть улучшения вкатать. Вперед! Ладно. Так точно, сэр. Приступаю. Покатились. Так. Да, командор. Все окей. Отлично. Покатились. Надо по краям сначала разрушить, получается, потом уже центральную. Приступаю. Отлично. Здравствуйте, командир. Так, чуть-чуть осталось. Сейчас восстановят они ее. Как угодно. Его точнее. Так точно, так, сэр. Сначала пойдем на низ. Флот вызывали? Хотя... Не торопись. Давайте-ка. Уже в пути. Связь установлена. Приступаю. Ого-го-го-го. Все внутрь. На связи. Ща, секундочку. Прикажите. Вот теперь поговорим. Будет сделано. Здравствуйте, командир. Ты видишь, ты пол моего флота стырили. Сволочи мелкие. Недостаточно минералов. А? Чего пугаешь? Что такое? Приказ понял. Ладно. Штаб, я вас слушаю. Так. Ладненько, пойдем, пойдем, пойдем. Есть. Эскадрилья со мной. Есть, сэр. Настало время битвы. Не зря ты известен как освободитель, друг мой Рейнар. Улучшение завершено. Покатились. И выходим, выходим, выходим. Хрен надо добить. Так точно, сэр. Приступаю. Ну-ка все внутрь. Отлично. Сейчас, секундочку. Курс пролог. Видеосвязь установлена. Флот, штаб, вызывали? Я вас слушаю. Давай, давай. Так точно, сэр. Все внутрь. Сейчас Талдарийскому кораблю подлетит. Безумцы, моя душа возвращается к Зелнага. Покатились. Начать бомбометание. Есть, сэр. Зачистить территорию. Эскадрилья. Более или менее покажу. Со мной. Видеосвязь. Покинуть корабль. Штаб, я вас слушаю. Ладно. Вперед! Так точно, сэр. Месторождение. Сейчас восстановим наших ребят. Как угодно. Здравствуйте. Нет. Видеосвязь установлена. Здравствуйте, командир. Приступаю. Месторождение минералов выработано.
Месторождение минералов выработано. Недостаточно минералов. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Требуются дополнительные хранилища. Здесь, в принципе, тоже. Что такое? Так. Довольно быстро сейчас их подхилят. У всех фактически полная Ямато, и мы пойдем на последнюю вот эту хрень. И все круто. Последний рывок, так сказать. В принципе, по большому счету, можно даже не ждать их полного восстановления. Понял. Ну? Приказывайте. А? Чего пугаешь? Недостаточно минералов. За твой счет. Ну, они воздух перестали ходить. Вот так обидно. Я и забыл, что здесь это не очень хорошо работает. Ну ладно, ничего, в принципе, можно не ждать полного восстановления. Видеосвязь установлена. Да, командир. И так сгодится. Есть. Будет сделано. Давайте просто напролом пройдем. Я думаю, мои ребята справятся с фактически любой проблемой, которая их ожидает. Наконец-то! Курс проложен. Очистить территорию. Так, минус. Минус, 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 минус. Уже в пути. Сейчас, секундочку, вот теперь вот все хорошо, замечательно, да. Огонь из всех орудий. Теперь можно все это дело убивать. Ура! Дело сделано. Забираем артефакт и летим навстречу с Валерианом. Повелитель Вселенной заработал достижение. Выполнить задание Лон Пустоты на уровне сложности ветеран, не принеся потери от, от гравитонного поля. Ей, детка. Я это сделал. А вот. Я всесилен уничтожить все генераторы гравитонного поля в задании Лон Пустоты на уровне сложности боец. Выполнить все задания в задании. Короче, ну я красавчик. Все, я это сделал. Всем спокойной ночи, всем удачи, всем пока.